смотрите, когда вы отсчитываете от своего дня рождения, 12 дней – это как 12 месяцев потом вы проживете. Первый день вы проживаете – это ваш первый месяц. То есть, допустим, у вас сейчас 2 мая день рождения, значит, первый месяц, первый день вы проживете до 2 июня. Вот этот первый день, как вы сегодня проведете. Затем второй день – это будет со 2 июня до 2 июля. То есть, понятно, да? И вот так до следующего года – это 12 месяцев. Как вы первые 12 дней проведете, таким и будет год. И, кстати, хочу сказать, что вот эти 12 дней первых лучше всего отказаться от алкоголя, хотя я не понимаю, как это возможно, если мы приглашаем гостей, друзей. Но я думаю, что не сильно упиваться, да, можно выпить для разогрева крови, как даже батюшки говорят, немножко выпить можно, как сам Петр говорил, да, а напиваться не надо, в свинью не надо превращаться. То есть радуйтесь, желайте всем добра, а как говорится, что излучаешь, то и получаешь, и вам вернется. Вот самое главное 12 дней до дня рождения и 12 дней после дня рождения. Как вы проведете, так у вас и будет складываться жизнь на ближайший год. Вот, конечно, я еще раз хочу вернуться к соляру, да. Кстати, кто хочет обращаться, обращайтесь, потому что лучше всего обращаться за месяц, за два, а то и за три месяца до дня рождения, где у вас этот соляр. Почему? Объясню. Потому что бывает так, что соляр попадает в том месте, где вы живете, не в очень хорошее положение, не в очень хороший дом. Я не буду говорить эти дома, это дом болезни, может быть, дом смерти, ну, такие вот дома, не очень хорошие аспекты. А вот если вы на свой день рождения уедете куда-то в другое место, хоть на Северный полюс, хоть на юг, хоть там на восток, на запад, да, то тогда сдвигается эта вся картинка, все транзиты меняются, и соляр может попасть в другой сектор гороскопа. Вот мне всегда нравится пятый сектор. Я люблю пятый сектор гороскопа. Это как раз-таки вот это увлечение, хобби. Это такое, знаете, счастье нереальное. Но есть серьезные дома трансформации, куда не очень хотелось бы, чтобы попадал соляр. Вот, Сонечка, вам повезло. Вам повезло, у вас в хорошем секторе соляр. Сейчас он в девятом секторе. Это поездки, путешествия, передвижения, переезды. Да, у вас очень хороший соляр. Поэтому, ребятушки, кому интересна эта тема, у кого скоро, там, через 2-3 месяца, даже за полгода, может быть, день рождения, лучше всего обратитесь. Мы просчитаем, в каком месте, в какой точке земного шара вам лучше всего встретить свой день рождения, чтобы целый год вам было счастье и радость.